Я знал, что вы спросите про него. Все задаются этим вопросом. Понимаете, у всех в жизни происходит переломный момент, и не каждый способен с ним справиться. Наверняка вы думаете, окажись я на его месте, я бы смог? Я говорил ему, брось эту затею, ты не сможешь. Но я чувствовал, что он меня не послушает. Это заставило меня задуматься. Со стороны вам не понять. Дело было не только в амбициях, но это еще и навязчивое чувство, будто с миром что-то не так. Просто мы все словно детеныши внутри яйца. Там тепло и безопасно, это весь твой мир. До тех пор, пока не приходит осознание, что за скорлупой есть мир побольше. К такому нельзя быть готовым. Для этого требовалось заново открыть себя. Напуганные, мы решаем, что проще остаться в скорлупе. Но и она уже не такая теплая, потому что, представь себе, никто извне ее больше не согревает. Перемены порой ужасают. И что в итоге? Страшно остаться на месте и страшно идти дальше. Так многие ломаются. Но только не он. Сдаваться было нельзя. По правде, другого я от него и не ожидал. Я просто проверял его решимость. Насмешкам вопреки. Он просто взял и сделал это. Я просто взял и отрезал себе рога. Олень взял и отрезал себе рога. Да, на такое было трудно решиться. Уже много лет думал, но вот наконец взял и сделал. Спасибо, что поинтересовались. Гордость переполняет. За оленя. Погодите, а вы о ком спрашивали? Пауэр Дрыщ? Откуда мне знать? Я за ним не слежу. Валяется, небось, где-нибудь в куче говна. Всем хай! С вами Юджин и сегодня, друзья! Мы все этого ждали. Мы все этого долго ждали. Но сегодня тот самый день, и мы с вами играем в Ark Survival Evolved. Третий сезон начинается прямо сейчас. Сразу после того, как вы поставите лайк заочно. Я очень старался, правда. Лайк. Спасибо. А теперь начинается. Сразу после того, как вы напишите приятный комментарий. Спасибо большое, что написали. Теперь сезон начинается. Сразу после того, как вы подпишетесь прямо сейчас на канал и нажмете колокольчик. Ну, теперь уж точно начинается. Все, понеслось. Что это? Доставка из магазина Xiaomi Ru Store? А это еще что? О, видеозвонок. Чего? Так, ладно, где тут камера фронтальная? А. Фу, коллега, вы на месте? Я да. А почему вы не на месте? Разве? Вы прислали мне письмо. И да, большое спасибо, что не электронное. Я был просто счастлив постоять в очереди. И, короче, в этом письме вы написали, что мы начинаем новый сезон раскопок вместе. Все верно. Так а я уже тут, а вас где черти носят? Я не буду делать все один. Вы написали, начинаем раскопки вместе. Хо, а вы еще не на месте? Я уже в этом месте. Значит, вы вместе и я вместе. Мы начинаем раскопки вместе. А, боже мой. Боже мой, я уже, видимо, отвык от общения с вами. Но, чтобы нам с вами было удобнее общаться, я заказал в магазине Xiaomi Ru Store этот смартфон Poco F2 Pro, который вы держите в руках, и я, кстати, тоже E2 заказал. Что? У нас нет на это бюджета! Не волнуйтесь, коллега, у них как раз-таки с 11 сентября смартфоны Poco F2 Pro 8 гигабайт плюс 256 гигабайт продаются по очень привлекательной цене. Все деньги на мой обратный билет. Коллега, у нас была очень серьезная проблема, которая требовала очень нестандартных решений. Какая еще проблема? С коммуникацией. С чего? Дело в том, что за все это время я столько новых теорий выдвинул, столько всего интересного рассказал, а вы вообще ничего не отвечали. Возможно, потому что я говорю слишком умными словами, и вы просто не хотели показаться глупцом. Или это от того, что вы находились на расстоянии нескольких тысяч километров. Признаться честно, я даже слегка обиделся на вас за этот игнор. Но, чтобы убедиться, что вы не просто делаете вид, что не слышите меня, я решил на всякий случай потратить весь ваш гонорар и купить вам этот смартфон и отправить его вам. Уверен, вам он очень понравится в целом. Вам, возможно, даже захочется поиграть в какие-нибудь крутые игры, пока вы там находитесь. Он для этого как раз-таки хорошо подходит со своим качественным AMOLED-дисплеем и мощным процессором Qualcomm Snapdragon 865. Я в пустыне! Телефон и без того перегреется! Только не с его системой охлаждения Liquid Cool Technology 2.0. Эта технология, кстати, и вам бы не помешала, потому что вы выглядите очень сгоряченным. В целом же телефоны для нашего общения особо не пригодятся. Я убедился, что вы не игнорировали меня, а значит, я просто буду пытаться говорить громче. Конец связи. Итак, коллега, готовы начать раскопки? О, боже, это будет длинный сезон. Кажется, я наконец-таки вернулся. Знакомая карта, знакомое место. Но чтобы точно убедиться, что я не сплю, мне нужен хороший удар по лицу. Этой птице.
Кулаку было больно, значит, я не сплю. Пауэр Дрыщ пережил очень тяжелый год. Он провел его в постоянных самокопаниях. Я бы покопался в тебе. Но прошлое все равно эхом раздается в моей голове. Мне нужно найти кардинально новое место для развития. Потому что я не хочу повторения тех событий. Оно должно быть скрытным, надежным и неприступным. Кто это? Что это за здание? Владелец Нарахати. Зависнем на хате у Нарахати? Нет, тут даже не день сныкаться, это просто фундамент. Ладно, куда бы пойти? На меня смотришь? Я вообще не понимаю, я в какое-то ущелье зашел. Ненавижу ночь в этой игре, ничего не видно. Воу, смотрите, какая постройка большая. Секта Михайлюка, секта. Тут сектанты водятся. Как бы не сделать их случайно своими врагами. На целый сезон. Блин, Пауэр Дрыщ так много времени провел в забытие, что забыл вообще все навыки. Приходится заново восстанавливать. Сейчас бы вспомнить, что я вообще прокачивал. Вот это точно, это трубы все эти. Обязательно доспехи, оружие и щиты. Окей, я все восстановил, всю ночь это делал. Теперь давайте осмотрим это здание. А здесь даже есть какие-то ящички. Что это? Труба. А, это провод. Окей, хорошо, пусть будет провод. Значит, workbench. 30 металла, даже есть топор для меня. Хорошо, маленький буст приятный. Это что такое? Это кормушка? Она пустая. О! Огромное количество металла в печке. Так, хорошо, это можно оставить. Сейф пустой и холодильник тоже есть, чем поживиться. А что наверху? Ага, смотрите, турель. Это то, чем я не пользовался в прошлые разы. Если я научусь делать турели, я сделаю неприступную крепость и поднимусь на самый верх. Да хрена бы там, выше меня не поднимешься. Кто это сказал? А, не видишь, кто сказал? Потому что я высоко слишком для тебя. Погоди, кто это орет? Склонись перед царем горы. Что? Погоди. Ты чё там? Ты чё туда залез? Что? Кто-то внизу что-то говорит? Я даже не слышу. В смысле, ты думаешь, я не заберусь на эту гору? Да сейчас я прямо сейчас это сделаю. Ха, многие пытались, не вышло. Я царь горы. Но ненадолго. Я иду наверх. Все. Так, а здесь я не запрыгну, да? Посмотри на себя, какой ты маленький и ничтожный. Как ты туда забрался-то вообще? Очень просто. Великим динозаврам, как я, горы сами покоряются. О, да ты еще и болен. Уйди, презренный. Что? Я слышал этот кашель. К счастью, я слишком высоко, чтобы ты смог меня заразить. Все, проваливай, отребье. Да ладно тебе, всего лишь один кашель. Да к тому же, ты видел, в каком мире мы живем? Тут все не стерильное. Неудивительно, что я могу слегка заболеть. О, у меня кое-что есть гораздо стерильнее тебя. Вот! Ладно, последний вопрос. Обращайся ко мне, царь горы. Ладно, царь горы, последний вопрос. Я был в этих местах какое-то время назад. И сейчас вокруг сплошные руины. Нет людей. И эти земли выглядят очень устрашающе пустыми. Словно опасность затаилась. О, не переживай, все племена отсюда уже очень давно ушли. Вот как? Да, с тех пор, как какой-то неудачник построил здесь свой дом, в этих землях стал царить грабеж, опустошение и разруха. Больше всего раздражало, что он все свои экскременты сливал в ручей. Вот именно. А у нас все ручьи ведут к водопаду. Знаешь ли ты, как называется водопад, в котором скапливается огромное количество говна? Говнопад? Водопад с говном. Но твой вариант проще. А, хорошо. Ну а дом того придурка наконец был уничтожен, всем стало скучно и все отсюда просто ушли. То есть место пустует и никакой опасности? Да, говорю же, здесь давно никого не было, никакой опасности. Ну, пока ты не пришел со своей заразой. Да не заразен, я просто... Легкий кашель. Больше не желаю общаться с презренным, который ниже меня. Да сейчас мы выясним, кто ниже. Окей, здесь не получится зайти, давайте со стороны обойдем. Сзади. Да блин, я не могу залезть. Как ты туда залез, не понимаю. О, ты просто жалок. Последняя попытка. Ладно, в следующий раз. Попомни мои слова. Я обязательно заберусь на самую вершину. Царь устал от этой горы. Пойду найду себе местечко повыше. Я обязательно заберусь на вершину. Так откуда у него кашель? О, вы не поверите. Нет, не поверю. Я полагаю, что во время своих депрессивных скитаний Пауэр Дрыщ случайно столкнулся с Карнотавром, и тот слегка его укусил. Но этого стало достаточно, чтобы подхватить от него вирус. Пауэр Дрыщ подхватил вирус от Карнотавра? Да, коронавирус. Он называется коронавирус. Карновирус. Боже, да плевать! Поэтому вы торчите дома, да? К вашему сведению, самоизоляция уже давно закончилась. Достаточно просто носить перчатки и маску и соблюдать социальную дистанцию. Все. У меня есть подозрение, что вирус опасен и по сей день. Я даже слегка начал кашлять. Совсем легкий кашель пока еще. Поэтому я соблюдаю социальную дистанцию. Думаю, несколько тысяч километров вполне достаточно. Понимаете, я не хочу подвергать ваш риск здоровью. Спасибо, наверное. Но я бы не расслаблялся на вашем месте, коллега. Я думаю, я все еще для вас опасен. За 1000 километров вряд ли. Это сейчас. Но в любой момент экран может разделиться на две части, и я окажусь с вами в одном кадре.
Ах, столько воспоминаний об этом месте. Куда ни посмотри, везде сразу флешбеки вьетнамские. Но есть и приятные воспоминания, которые я делил с Кастеридозом, моим лучшим другом, который всегда был не против, если я грабану его. А, черт, у меня места нету. Давайте-ка все сложим. Я сделаю эти руины своим пристанищем временным. Я соберу здесь все ресурсы, подготовлю стены, пол и так далее. Все для дома, короче. И потом перееду в новое место. Так, забираем все. Хорош. Кто-нибудь на меня хочет напасть? Пока нет. Приоритет — это дерево. Я хочу в первую очередь поставить деревянный дом. Ну, потому что, вы знаете, могут быть все эти проблемы с неправильным расположением фундамента, и не хочется металл на это тратить. Поэтому будем расхищать плотины. Оу, смотрите! Что это такое? Первый раз такую фигню вижу. А, это огромная куча разных каминов. Погоди, что? Он загорается, а там... О, боже мой, неужели... И здесь? Ох, они все горят, посмотрите! Это выглядит как сигнальный костер. Надеюсь, я никому случайно не послал сигнал какой-нибудь ненужный. А, стоп, давайте не будем сжигать дерево просто так. Тушить, 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 тушить. Надо, конечно же, все дерево оттуда забрать. Да и в целом, надо очень много ресурсов, как обычно. Окей, кажется, все забрал. А, нет, стоп, не все. Иди сюда, плотинка. Да, что это за плотина? Я бы даже за такую и не дрался. 100 дерева, что за ленивый бобер там работал? Ну, давай, а вот здесь что? О, здесь нормуль. Знаете, плотина того бобра по сравнению с этой, это как я по сравнению с другими племенами. А это что такое? О, смотрите, грядочки, может быть, есть что-то? Нет, морковка, семена. А, блин, стой, Кастеридос напал. Прости меня, прости, прости! Никто не смеет грабить мою плотину. Ты знаешь, как долго я добывал 100 дерева. А, так это ты построил эту плотину. Хорошая работа. Окей, бобер отстал от меня. Блин, как хорошо, что есть такой удобный дом. Тут есть вообще абсолютно все, что мне нужно. Давайте-ка плавить металл начнем. Я добыл достаточно дерева, теперь я готов делать дом. Он должен быть продуманный. Он должен быть незаметный. Но самое главное, он должен... быть. Осталось только определиться с местом постройки дома. Мне нужно было абсолютно новое место. И ни одно место не сравнится по красоте с долиной ручьев. Что? Все новое — это хорошо забытое старое. Ну я ж не дурак, чтобы строиться на том же самом месте. Нет, погодите, я нашел прикольней. Мы просто заберемся вот на этот холмик. И здесь, посмотрите, леса. Они будут скрывать меня. Ой, что это такое? Ты кто такой? Что такое? Ленивец какой. А, кто меня укусил? А, фак, муха. Бежим. А, кусает. Яда мне. Хватит, муха. А, блин. Ленивец. Нет. Быстрей, просыпаемся. Смотрите, как много животных стало в этих местах. Без меня эти земли и правда процветали. Сейчас мы аккуратненько придем туда, так, чтобы никто меня не спалил. Оу, что с тобой? Это самка. Женщина, что с вами? Вот что происходит, когда помаду на обезьянах тестируют. Ну, не волнуйтесь, вы все равно выглядите прекрасно. А, так еще больше. Не отвлекаемся. Аккуратнее, аккуратнее. Оно здесь. Оно наверняка еще... Вон он стоит. А вот мой труп лежит. Да, все на месте. Нельзя оставлять себя дохлого. Все должно пойти впрок. Итак, мой план. И это построиться здесь, на этом холмике. Крона деревьев будет скрывать мой дом. Кроме вот этого. Да, черт. На данном этапе у меня есть 4 фундамента и все к ним прилагающееся. Попробуем, начнем с самого края. Окей, вроде бы ничего состоит. Ну почему здесь нельзя? Что за игра, блин, бесит? И здесь нельзя. Только... О, нет, опять говна сделал какого-то. Давайте сюда поставим. Смотрите, тираннозавр. Да какого фига? А, он меня даже увидел, походу. Ладно, он сюда не заберется, это точно. Он не додумается обойти. Скажите честно, я ведь просто себя тешу иллюзиями, да? Что, мол, этот дом никто не заметит. Никто не заметит. Никто же не заметил мои новые трусы. А значит, и мой дом не заметит. Люди невнимательные, понимаете? Смотрите, как фигурка из Тетриса получилась. Надежный дом. Ладно, побежали обратно. Давайте дозаберем все остальное. Хорошо, все, мы наконец-таки окружили дом, полностью загерметизировали его последним вот этим вот потолком. Полностью стерильный. Это всего лишь маленький кашель, не обращайте внимания. И, кстати, хорошо, что еще пока я никого не встретил, и эти земли кажутся пустыми. Это даст мне немножечко форы, чтобы хоть как-то себя развить и достойно встретить врага, когда он появится. А он появится. Моя проблема в том, что мне не достает информации. Мне нужно перенять опыт предков. И Пауэр Дрыщ провел всю ночь, изучая древние руины, находящиеся в этих землях. Он мотал на ус. Ведь он не хотел повторения предыдущей катастрофы. Он мечтал о большем. Он метил в звезды. Ой.
Ой, ладно, всю ночь бегал, устал. В этот раз все получится. Я знаю, как забраться на вершину. У меня много новых знаний, поэтому все будет отлично. Только слегка беспокоит этот кашель. Но это потому, что я просто устал. Но сейчас я посплю и проснусь абсолютно здоровым. О нет, я походу все-таки заразился, что же делать? Прекрасно! Что? Знаете, чему нас научила история Пауэрдрыща? Ну, не знаю, чудес не бывает, выше головы не прыгнуть, люди-динозавры не жили в одну эпоху, или может быть я просто застрял на этих дурацких бессмысленных раскопках на всю свою жизнь, которая, кстати, будет очень короткой, потому что каждое наше действие лишь приводит меня к болезням и травмам! Вы уверены, что мы с вами ведем одни и те же раскопки? Эта история научила нас тому, что трудности ведут к неожиданным открытиям. Мы с вами заболели, как Пауэрдрыщ. Но я уверен, что Пауэрдрыщ никогда не сдастся и обязательно отправится на поиски лекарства. И мы последуем за ним по его следам. Если Пауэрдрыщ нашел лекарство, то и мы найдем. А найдя лекарство, мы найдем его. А найдя его, мы найдем финансирование. И на этом мы с вами закончим играть в очередную серию по ARK. Это первая серия третьего сезона. Как вам, что вы думаете? Если понравилось, то обязательно поставьте лайк. Наберите 100 тысяч лайков, и я буду вообще очень рад этому. Нет, серьезно, чем больше лайков, тем больше мне понятно, что вам это действительно интересно смотреть. Потому что видео по ARK — это просто огромное количество работы. Поэтому больше активности и больше лайков вас ждет. Пипец, какой интересный сезон. Там столько всего происходит. Ну а на сегодня это все. Не забывайте лайкать, комментировать, подписываться на канал, жать на колокольчик, вступать во все мои соцсети. Ссылки будут в описании и под видео. С вами был Юджин, и все. Пять! Ну же, тушься! Тушься! Давай! Все, все, я больше не могу копать. Не могу. Копайте, коллега. Давайте, копайте. Стойте, я что-то вижу. Что там? Что за... Лупа моя нашлась! Отличная работа! Все, коллега, можете лететь домой. Нам надо с вами раскопки начинать. Значит, я сюда ехал только за... Лупой? Все верно. Я в прошлый раз ее разбил. Но потом вспомнил, что на месте нашего старого лагеря... Была еще одна у меня запасная лупа. Но запасная лупа очень долго говорить. Поэтому я сокращаю. Хотите узнать сокращенное название запасной лупы? Залупа.